Творческие люди с тонкой душевной организацией, очень ранимые. И это стихотворение для них, оно называется «Люди, раненные богами». Люди, раненые богами, беззащитные, белые птицы, рвутся в небо годами, веками, не остыть им и не смириться. В них бросают смолу и уголь, на воротах повисла брань, и загнать их пытается в угол ожиревшая, сытая дрянь. Нам бы им, как святым, молиться, осторожно касаясь крыл, мы спешим, помогаем разбиться тем, кто Богом раненый был.